Письмам, которые отправляли домой солдаты, посвящен наш проект. Он так и называется «Письма с фронта». Всю эту неделю мы будем читать строки, пропитанные любовью к близким и верой в светлое будущее. Итак, первый выпуск. Письмо от вашего мужа Носкова Никиты Фроловича. Здравствуйте, Мария. Посылаю свое почтение и низкий поклон сыну Александру Никитичу и дочке Татьяне Никитовне. Да, Маня, мы Москву проехали, едем на Северный фронт. Да, Мария, мы едем по разоренной стороне. Картина очень жуткая. Постройки пожжены, население разграблено. Немцы здорово издевались над мирным населением. Я не верил, что писала газета, но это все верно. Мы едем на Северный фронт, но адрес пока неизвестно какой. Маня, я пока жив-здоров, ну а дальше не знаю, что будет. Каждую минуту ожидаю смерти. Маня, как-нибудь живите, детей не обижай. И вы, дети, слушайтесь матери. Здесь житишко незавидно. Передавай почтение соседям.